Zombie apocalypse. Всем привет, с вами Стас. И сегодня у нас будет еще одна часть прохождения Атаки Света. Там впереди будет босс, но перед тем, как дойдем до босса, откроем секретку и пройдем ее. Угу. Тварь такая маленькая. Окей. Надо прибить хамелеончика. Теперь я буду останавливать эту змею, копить энергию и хилиться. А потом копить энергию и бить змею. У нас есть максимальный запас энергии. И вот это использую теперь. Нормально, но не очень. Кстати, в следующем видео я хочу снять что-нибудь по Майнкрафту. Прохождение или обзор мода, например, какого-нибудь. Сколько здесь проходов? Ах, он тварь мелкая. Сейчас я его ушатаю. Yeah.
блин. Короче, я сейчас сначала подхилюсь, а потом уже атакую. Попробую вот это на нем. Блин. Блин. Забыл. Так. Руки-базуки. Всё. Опять? Я их сейчас всех захлыстаю. А, сначала защищаться. Не зря я сюда зашел. О, боже. Самые противные сдохли. Чувствую, придется использовать совместный завтрак, чтобы всех подхилить. Я просто буду использовать хлыст.
Маленькие сдохли. Теперь буду бить одного. Ой, сейчас скоро кто-то сдохнет. Лучше подхилить. Итак. Буду потихонечку всех хилить. Подхилил, теперь можно и атаковать. Щит сбил. Теперь коплю максимальную энергию. И можно использовать вот эту. Шикардос. Окей. Пойдем искать все секретки сначала. Смерть всем стрекозам. Не, надо сначала его заморозить, а потом копить энергию. Еще побольше. И все. Так. Атаку. Качну.
сколько здесь еще секреток я не нашел. Окей, это проход к секретному уровню. О боже. Опа. Так, что тут? Звездочка, круг, треугольник, ромб. Опа, тут три сундука. Окей, что это за значок? Это не тот значок. Вот этот. Увеличивает везение против оранжевых и красных врагов. На, не сильно надо. По сотовому мы все открыли или нет? Еще где-то секретка есть. Я должен ее найти. Но где тут последняя секретка? А, вот она. О, нет. Придется юзать чай. Шикарно. Это плохо. Нам надо сначала прибить вот эту. Подкупим энергии. Готовчик. Теперь я нашел все и
перехожу в секретную локацию. Это что такое? Какие-то подозрительно маленькие враги. Это баг, но так и должно быть. Даже не знаю. Окей. Нам придется его останавливать. И пока он остановлен, хилится. Готово. Надо еще энергии поднабрать немножко. Вот. Ой, зря я это сделал. Ну, нет, все нормально. И добью его копьем. Как-то подозрительно много врагов. Почему через каждый шаг враги? Какой-то значок абсолютной гармонии и левел ап.
Так. Защиту качну. И что это там за значок, посмотрим. Небольшой шанс полного восстановления гармонии в каждом ходе. Заманчиво. Черт. Ладно, поставлю вот это сюда. Прошли. А теперь босс. Надеюсь, я не забуду в монтаже в некоторые моменты пропустить, где я просто сражаюсь. Let's do this! Опа! Это еще секретный уровень. А вот сейчас будет босс. Сразу пусть защита у него будет поменьше, и я начну его атаковать. Я сношу ему очень мало урона. Пипец, жестко. Но я его и забью все равно. Так. Почти убила. Опять. Все? О, нифига себе. Нет, ни за что. Враг слишком силен, Стивен, назад. Только не сдавайтесь. Вместе вы справитесь.
Стивен прав, нам нужно объединиться. Гранат. Я правильно тебя понимаю? Именно так. Самоцветы сливаемся. Окей, босса мы прошли. Я на этом, пожалуй, остановлю прохождение. Я за кадром пройду в этой локации секретные уровни. А потом в следующей серии мы начнем вот эту новую локацию. Всем пока!